сегодня жители Чувашии обращались со своими проблемами напрямую к главе. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Жители одного из районов Новочебоксарска на протяжении многих лет вынуждены соседствовать с питейными и довольно шумными заведениями. Причем их двери не закрываются даже ночью. В кафе не утихает громкая музыка, часто посиделки заканчиваются драками. Приструнить предпринимателей люди просят давно, но ВОЗ и ныне там. Михаил Игнатьев пообещал, что в ближайшее время этой проблемой займутся представители Министерства экономического развития. Повлиять на бизнесменов возможно в судебном порядке. Скоро их работу проверят полицейские. Кто имеет лицензию, там строго по времени ограничена продажа, соответственно, алкогольной продукции. Если на самом деле есть нарушение, то есть право у нашего Министерства экономического развития обращаться в суд и лишить их лицензии, если просто так мы не можем расторгнуть. То есть никому не разрешено сегодня нарушать действующее законодательство. На личный контроль глава региона взял и обращение чебоксарки Натальи Доброхотовой. Ее сын страдает ДЦП, но семья проживает в небольшой комнате университетского общежития. Суд уже давно встал на ее сторону и постановил предоставить новую квартиру. Но столичные власти не торопятся исполнять эти требования. Есть исполнительное производство заведенное. Насколько тут работники прокуратуры проверяли по обращению, значит, городская администрация заложила 30 миллионов рублей, еще 30 миллионов рублей. Они, объявляя конкурс, приобретают жилье и предоставят заявителю Наталье Валерьевне. Мы берем этот вопрос на контроль практически и будем отслеживать. До окончательного решения не успокоимся. Положительное решение получит и вопрос директора Новочебоксарской спортивной школы. Для занятий не хватает современного стадиона. Детям приходится тренироваться в подвалах. Удобно было бы очень, чтобы в Новочебоксарске у нас появился новый современный школьный стадион. И именно на территории 8-й школы. Потому что испокон веков, сколько я помню, мы всегда все спартакиады школьников и многоборье, и президентские состязания проводили на территории 8-й школы. Это очень удобно. Он находится сам географически устроен так, в центре города. Построить новый стадион возможно благодаря федеральному проекту. В его рамках в следующем году должно появиться 10 спортивных площадок. Необходимо в сжатые сроки составить проект. О своих проблемах главе республики рассказали 5 человек. Их вопросы рассмотрят в ближайшее время. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.